Модернизация общего образования в регионе продолжается. На что направят деньги из федерального и областного бюджета в этом году, журналистам рассказали на пресс-конференции. Субсидия федерального бюджета на образование в 2013-м – 300 миллионов рублей. Эти средства пойдут на зарплаты педагогам. Прибавку, пусть и разную, получит каждый учитель. В среднем зарплата будет составлять 18 тысяч рублей. Повысить зарплату до среднего региона именно уже в 2013 году. Поэтому мы начинаем эту работу уже с января. Средняя заработная плата начинает расти. Деньги областного бюджета будут направлены на повышение качества знаний. Помощь будет адресной. Одним школам требуется ремонт, другим – новое оборудование и учебники. В связи с тем, что большинство школьников показывают положительные результаты в гуманитарных науках, в Ивановской области решено развивать точные дисциплины. Особую поддержку получат 9 школ региона, 4 из них – ивановские. Там будут оборудованы дорогостоящие научные центры для исследовательских работ. Школа отбирает и город Иваново, и работает с этим наш институт развития и образования, потому что дело не в том, чтобы поставить просто комплект, нужно еще подготовить и кадры. Если есть подготовленные кадры, которые умеют на новом оборудовании работать, которые занимаются исследовательской деятельностью, и там, где есть результаты. Есть хорошая новость и для родителей. Чиновники обещают, что в этом году проблема с бесплатными школьными учебниками будет решена полностью. Покупать книги будут только те, кто не желают сдавать их в библиотеке в конце учебного года. Задача такая поставлена, но точно сказать, что с 1 сентября никому тратиться на учебники не придется, пока нельзя. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.